start spreading the news. I'm leaving today. San Antonio. Всем доброе утро, друзья. Из Сан-Антонио. Начинается наш рабочий день. Use any lane to turn left onto North Foster Road. Заезжание на трак-стоп для того, чтобы позавтракать, умыться, быть готовым к работе. Вон он, Flying J на той стороне. На этой заправке, на Flying J Pilot, у меня как бы неплохие поинты. Когда заправляешься, дают бесплатный душ, дают поинты на еду, ну и на все, что вы хотите, например, там купить. Очень хорошие такие поинты причем. Еще когда заправляешься карточкой RTS, то в 5 раз они увеличиваются. Так что едем туда. Сейчас у нас 8 часов утра. Сегодня встал немного пораньше, чтобы можно было поуспевать все более-менее. Хочу доехать до Далласа сегодня уже, стать на рестарт, чтобы уже быть готовым четверг, пятница уже выдвигаться на Флориду. Душек, товарищи, и работать потом. За мной видите установочка, ребята. Часто на Flying J-ках, особенно в Техасе, устанавливают вот такие вот заправки. Это природный газ. Есть траки, которые ездят на природном газе, и машины, ну траки в основном. И вот для этого эти колонки. Бывают новые траки, часто заправляются, которые по месту ездят газом, потому что он дешевле. Вот. Так что такие дела. Ну а мы идем на трак-стоп. Взял чайка, салатик. Сейчас перекусим и поедем. Друзья, кулинарная минутка от Михаил ВК, как говорится. В общем, смотрите, хочу показать, раз уж там нравится людям, чем питаются американские тракисты в Америке, то могу показать. Но я вам скажу, это не пример питания американских дальнобойщиков. Это чисто мой, как говорится, этот завтрак. Ну, я думаю, и обед тоже. Поэтому такие дела. Значит, купил я салат на пилоте. Вот такой салатик. Яичко порезанное, помидор, капусточка, сыр. Все перемешивается с вот таким вот blue cheese dressing. Вообще я без него как бы просто салатик бывает, поклюю все. Ну, такая тема стоит 3 бакса, ребята. Смотрите, потом, когда я был в Walmart, я еще немножко запасся. Мозарелла сыр, такой тоже на завтрак тема. Кусочек сейчас его откромсаем и туда. И вот такая классная тоже Walmart-овская рыбка. Называется она Smoked Atlantic Loin. Ну, типа кусок копченого атлантического семги, или как там. Ну, в общем, вот такая штука, очень вкусная, она вообще практически не соленая такая, ну классная, не супер вредная, короче. Вот. И ко всему этому, конечно, я взял за доллар с копейками, там 2 бакса что ли, зеленый чай. Вот. Такие вот дела. Но если захочется сильно сладкого или чего-то еще, вот есть такие штучки, пончики, или даже не пончики, а штруцель, муффин, блубери муффин. Такая классная вещь. Ну, это такое, это уже из вредного. Есть, конечно, сухофрукты там и все такое, но вот завтрак вот такой. Небольшой кусок сыра, салат и рыбка. И как бы завтрак-обед. Так что, друзья, приятного аппетита, как говорится, всем, кто кушает, и мне.
и до встречи. Вот он, Кармак Сан-Антонио. Супер мега авто хаус в Америка. Скидываем, короче, ребята, здесь Мустанг, Форд Мустанг черненький. Как раз шоу. Кармакс на Кармакс. Ну, дилер между собой как бы там трейд делает. Вот. Парковка тут хорошая, как бы всегда нормально можно запарковаться. Это уже знаю, здесь был много раз. Вот. Такая широкая дорога. Прямо здесь сбоку становишься и разгружаешься. Сейчас как раз утро. Все еще спят, отдыхают, а мы уже работаем. Никто не мешается. Красота. Она у нас стоит с краю, вот, поэтому я ее первой решил в этом городе скинуть, чтобы не перегружаться, ничего, просто скатило все. В общем, три верхние в этом городе все скидываются. Сейчас Мустанг, потом Пассат и BMW 7. Дадим документы, отдадим. Сбросим машинку. Найс, масляный. Wonder why it's so... It's like 24,000 only. Is it a fair price for GT? It's 2014, like a 4-year-old car. Ah. It's nice. Скидываем. It's got like 40k. Yeah, 42 I think. 42, yeah. I like it. I will buy one. Погнали, друзья, скинули тачку. Все. Первая пошла. Документ подписан. Самое главное. Let's go. Бэха семерка, Дьори Санчес, грязная такая, пыльная, дождем побитая, но красавица, конечно. Бэха семерка, это новая, очень сипотная. Это у нас, ребята, последняя тачка в этом городе, и потом нам предстоит где-то около часа полтора пути до следующего объекта. Музыка играет. Она, конечно, супер технологичная такая-то тачка. Вообще у него все тут есть. И даже дисплейчик. Вообще нереально. Круть. Все тачскрин, все очень респонсив. Вот она мне нравится. Хорошая тачка. Но она очень дорогая. И как бы семерка, она большеватая, мне кажется. До повседневного драйва. Родная, погнали. Погнали, погнали. Зацепит, цепляется.
Готовченко. У тебя даже передняя камера есть. Не только задняя, еще и передняя. Как же это круто. Еще хорошее качество. Так, ставим ее на врик. Я вам скажу, дверь у него супер легкая. У меня, конечно, на тройке. Хотя и купе, но тяжелая капитан. Место сзади немерено. Так, ну она вроде все окей, кроме вот этих двух царапин, дентов. Ничего, пыльная только. Вот такая вот модель 740E. Коврики присутствуют. А багажник маленький у нее, ребят. Как в тройке, даже меньше. Реально маленький багажник. Я не знаю, сколько он литров, но манюнька. Еще и кнопку сделали. Вот BMW молодцы, заморачиваются. Чтобы руками не дергать. Зад у нее очень симпатичный. Очень. Да, семерка дизайн поменяла. Хорошая, хорошая. Дизайн у нее. Поедем на Alfa Romeo. Principal Alfa Romeo. Дилерская такая. Я думаю, что сюда мы заедем. Ну, тяга у нее для такого маленького мотора просто идеальная. Просто идеальная тяга. Вот она старая, видите, стоит тема. Тоже красивая очень. Пятерочка. У меня пятерка больше по душе, потому что она не такая громоздкая. Как-то она так, особенно М5, просто очень нравится. Вот новая семерка. Так, это оказывается дилер Toyota или что, не помню. Как-то странно оно все тут смотрится. Сервис Alfa Romeo написано. Алама Тойота дилер. Немного не ясно, куда мне ехать. Так, тут тачки стоят, что странно. Поеду-ка я назад. Вернее, поеду наперед дилерской, туда что-то тут сзади не то. Как-то очень легкая эта BMW, чувствуется очень такая легенькая в управлении, очень комфортно ее управлять. Не уверен, что это дилерская, не уверен. Может, я не туда приехал. Моя дилерская называется Certified. Это тут бэхи все стоят. М5X. Красивый. Цвет так себе, короче, но вот тачка просто вообще зачет, класс. Так, я думаю, мы здесь, короче, сейчас подъеду туда прям к Parts and Service. Паркуюсь и уже спрошу. А вот X6. Но X6 мне не так нравится, как X5. X5 симпатичнее. Извиняюсь за этот звук пищащий, но это ремешок у меня. Хорош, хорош пищать, уже стоим. Все, пойдем. This is nice. Is it only three cylinder?
This thing is electrical, it's not regular 7 series. It's like half and half. Wow. 740E instead of like LI. Все, ребята, отдал я семерочку. Хочу подойти посмотреть поближе X5M. Цвет мне, ну, так себе, серый. Симпатичный, но так все. Не от души. А так вообще тачка огонь. Она, конечно, немножко по-другому смотрится, чем обычно. X5 на таких катках 20. Сколько? Сколько инчи? Сколько инчи? Сколько инчи? 285, 22. О, гриль. Зеркала с поворотничками. Все. Симпатяга она, конечно, вообще. Principal Auto. Вот в эту фирму я привез. Мне интересно, сколько она по деньгам. Полтинник, наверное. Салон открыт. Закрыт. А салон у нее, видите, тонировочка. И салон ее обалденный. Такой бежевый. Шикарно. Да, X5M это серьезный аппарат. Тормоза. Я думаю, что Brembo стоят. Ну, BMW Original, как бы. С вентиляцией перфорированные диски. Конечно, мне нравится даже M-пакет простой. Пускай даже не X5M, а вот с этими лыпами. Это бэхка, она красивее, чем черная там на нее что-то. В общем, вот так. Вообще BMW это моя, наверное, любимая тачка. Потому что я на Мерсах не катался и на других тоже. Поэтому. А. X1, конечно, стоит вообще тоже симпатяга такая. Ну, X1 это такой Civic непонятный. Мне, конечно, он так себе. Не от души. Но по качеству BMW лучше я даже не видел. Вот Мерс, BMW, две тачки, которые делают качество и не косячат. Как Мазерати, например. Вчера посмотрел обзор на Мазерати Гибли. Они стоят, эти Мазерати, недорого, по тридцатке. Ну, в кредит там $300 в месяц платить. Можно Мазерати себе взять. Вот, но почитал за них обзор. Это просто такая паршивая тачка. Это такой ужас. Насколько она некачественная. Все скрипит, трещит. А, короче, одно название Мазерати. Все, больше там ничего нет. А так это обычный Крайслер. Обычный Крайслер. А вот Бэха, про Бэху всегда хорошие обзоры. Все они классные. Вот смотрите, пятерка новая. Давайте посмотрим. Раз уж мы здесь, раз уж тут BMW рулит на этом дилере, то можно рассмотреть прям все. Вау, найс. Просто симпатяга. Вообще. Еще и открыто, ребята. Сейчас мы посмотрим новую пятерочку. Это, я думаю, 17-й год и больше. Ох, она большая. Она реально как семерка. Присесть даже мне ее почувствовать, как она. Вау, просто вау. Ключей нету. It's very nice. Такое все обалденно. Черная крыша. Наконец-таки BMW начали делать черную крышу на обычных. Не знаю, может, она в M-пакете, поэтому черная. Все такое крутое на ощупь, конечно, приятно, супер. Я не знаю. Как, например, там в Audi или в Мерсе, но в Бэхе реально круто. Все доступно, все очень просто, интуитивно. Как бы, ну, пожалуйста, вот как Apple. Бам, радио включил, что тебе надо, все прям пальцами, все доступно. Как на обычном этом. Насчет этого Бэха по технологиям the best. Руль здесь уже такой другой, спортивный. Лепестки стоят. Ну, это типа, наверное, M-шная, да. M-пакет или M-обвес. Самое главное, салон, как на моей бэхе, оранжевый такой. Мне очень нравится. Он очень придает салону теплоту и такую, знаете, комфорт. Особенно черная крыша, вот тут все черное, чуть-чуть дерево, там хрома. Ее такие сидушки, это классно. Как бы черные сидушки, они практичные, но мне черные, если честно, не всегда нравятся. Вот я больше вот такой цвет люблю. Бежевый тоже не нравится. Вот красный, или вот такой цвет. Да, у него сиденье M-Sport. Я думаю, по любасу. Хотя это простая пятерка, сейчас глянем. 540-я, ай, обычная заднеприводная пятерочка. Но у нее, я смотрю, видите, черные трубы затемненные, карбон типа. Черные диски,
вся она такая, ну, черненькая. И передок реально как у семерки. Ну крутяк вообще, крутяк тачка. Вот она, с пятой акула. Я ее называю, потому что похожа. А вот пятерочка. Супер, супер тачка. Вот одну из двух вот этих можно выбрать. Вот, конечно, тройка стоит еще, но тройка уже маленькая. Я не знаю, у меня тройка. Тройка для меня как бы немножко маловато. Хотя новые тройки, они больше как пятерки уже идут. Вот. Но нет, нет, тройка уже не. 330-я самая дешевая. Вот, X5, конечно, или пятерка. Но не такая новая, потому что это супер дорого стоит. А предыдущим кузове. Тут же X6 стоит. Отдыхает. Ну, он такой пузатик, как бы вообще. Не знаю, для меня не сильно он мне нравится, X6. Сзади вообще места на нем есть, как бы, но. Так себе. Не от души. X5 более такой практичный, что ли. А вот четверка. Вот четверка, она более похожа уже на пятерку. Она здоровая такая. Здоровая тачка, уже салон у нее такой наподобие пятерки. Пошире тройки однозначно. Видно. 435-я, плюс это Grand Coupe. Четырехдверная четверка. Она как по размеру старая пятерка. Очень крутая. Но вот чего ей не хватает, это еще две трубы здесь. Чтобы она была красива. С одной стороны, как и вообще не очень. И плюс 430-я, это двухлитровая, она слабенькая. 435-я или 440-я, то, что надо. Видно, только привезли еще, пока не грязные. Колеса классные у нее. Да, Grand Coupe четверка хорошая. Опять же, черный салон. Хороший, конечно, ничего, но как бы теплоту салона, комфорт, он не тот. Не тот. Салон должен быть эксклюзивный. Красный, бежевый, коричневый. Что-то такое вот, как мой трак. Желтый. Все, он выделяется, он приятно нам ехать. Как Lamborghini из траков, понимаете? А когда берешь монотонное, черное, белое, оно все одинаково. Оно красиво, конечно, все классно, но. Опять же, на вкус и цвет товарищей нет, поэтому по мне так. Я люблю яркие цвета. Видно на дороге и вообще приятно смотреть, чем какой-то мутный цвет, да? Например, вот просто серый. Ну, красивый, да, все, но не от души. Вот, не, лучше бы она красная была. Вот как Camaro с черными дисками, трубами. Правда? Или как вот эта Бэха. Правда? Красивее смотрится, чем просто серая. Гораздо красивее. 18-й год, 430-я. Grand Coupe. Любой день возьму лучше красную я, чем серую какую-нибудь. Или хотя бы белую. Белая тоже смотрится огонь. Бэхи, короче, это моя стихия, ребят. Я тут могу ходить, рассказывать целый день. За бэшки. Так что, такие дела. Вот давайте посмотрим цену, сколько стоит. 18 года, 330 седан, ну как бы простая, проще быть не может. Германия 60%. Дособиралась она в Южной Африке. Двигатель, трансмиссия Германия. Вот, прислали ее вот сюда. С Южной Африки. Почему-то, видно, такие южные заднеприводные тачки собираются не здесь. Потому что я знаю, бэхи собираются или в Теннесси, или в Алабаме. Но это южноафриканская. 4 цилиндра, 2.0, как я и говорил. Спорт пакет. Ну там, ну, такая неплохая. 41-245 ее цена. Нулевая. Они подешевели. Они когда только вышли, были дороже. Вот 42 штуки. Новая бэха. Мне нравится. А вот четверка опять Grand Coupe. Ну четверка прям вообще. Она такая симпатяга. Цены, правда, нету на нее. Жалко. Ну ладно. It's okay. Думаю, четверка под полтинник будет. А вот пятерочка. Вот такая мне пятерка нравится. Конечно, последняя она супер дорогая, если покупать для себя, да? А вот такая в предыдущем кузове пятерка, эта тема. Только М5. Или в М-пакете, или М5. Не простая такие бампера обычные, а чтобы она симпотная была. Тут вообще без бэтчинга, непонятно какая она. Но по трубам только можно узнать, что она
528-я. И что она, наверное, битая была в зад, потому что на ней нету никаких обозначительных знаков. Вот. Ну, такое. Хорошая машина. Семерка тоже по виду, конечно, она, но просто представительский класс, да, смотрите. Элай, вот как у Жеки. Длинная, здоровая такая. Но она громадная, я не знаю. Для меня чуть-чуть большая все-таки. Я бы лучше. Пятерка. Пятерка, четверка такая. X5. Найс. А вот X3 BMW, это уже такая более женская машина. По магазинам ездить. Повседневочка такая. Отличный аппарат. Тройка тоже. По салону, по всему вообще претензий нет. Но она маленькая такая, вся компактная. Типа Toyota RAV4, Honda CR-V. Вот эти бэхи. Только бэха практически по такой же цене можно оторвать с маленьким пробегом. Вот. CR-V, конечно, это хорошо. Но это японец. Надежный такой. На каждый день. А бэха это такое. Для души, как говорится. Сел в нее, и ты знаешь, это на бэхе поливаешь. Ну, это такая. Это все земное. Ну, а мы, ребята, короче, что, поехали дальше с вами. Поехали в город Остин, скинем последнюю машину, Кию. И, значит, будем собираться на Флориду. Будем собираться на Флориду потихоньку. У нас уже вроде как 4 машины есть. 4 тачки на Флориду есть. О, 4, 6, извиняюсь. 6. И... 6 тачек, это уже почти мы готовы. Только осталось собрать. Опа! Заводим нашего аппарата люксового. Вольво. А вот Вольво легковые мне, конечно, тоже очень нравятся. Тачки, ну это не бэха, я не знаю, просто что Вольво легковая как-то, не знаю, это как Бьюик, может на уровне такого Мерседеса что-то, такое более когда постарше, лет под 40, 50, 60 кататься на них. А в 30-ник бэха само то. Настал час пробок в городе Остине. Продвигаемся где-то миль, наверное, 5. Вот прям в центре пробочка стоит. Здесь все съезжаются сюда. Вон вдалеке виднеется Остин. Погода здесь шикарная. 79 градусов. Где-то 75, наверное. Просто идеальная погода для работы. Уже выдвигаемся на север, в сторону Далласа. С остановкой сейчас на северном Остине. CarMax, тоже дилерская. Заберем Супербан. Вот он еще один CarMax. На одном мы скидывали в Сан-Антонио этот, как его, Мустанг. А на вот этом, это город Остин уже, ребят. Я уже проехал часть на север. Забираю, значит, этот Honda CR-V на Флориду. Всегда в этих дилерских в основном есть парковка для траков. Бывает, попадается такая узенькая. Где-то в Калифорнии вот я был. Там практически... очень узко. Вот тут вроде бы как что-то где-то. Не могу понять, куда мне ехать. Где car carriers вообще? Воу. Воу-воу.
ребята, можно тут попасть, то что ж такое? Куда ехать-то? Твою дивизию. Обалдеть. Так, я встал здесь. Смотрите, здесь похоже, что поворот для трака, но я не уверен, вообще это узенько. Боюсь, что мне не пришлось назад на хайвей сдавать. Вот она моя сервиха едет. Новенькая. Сейчас обглядим ее, отметим. It's gonna be the keys and the B or L. Yeah. Вот она вот такая тачка, ребята. Популярнейшая машина сейчас. О, я имею в виду так среди простых людей семейных на Украине, в России очень практичная, классная тачка Honda CR-V. Но это именно идет такая запакованная, прям обалденная. Кожа, рожа, аудиосистема у нее вся такая. Сиденье очень фирменное. Панель смотрится вообще просто бомба. Honda очень подтянула качество, я прям не знаю. Почти BMW, бюджетная BMW, короче. Троечка, X3, как я уже говорил. Сейчас покажу вам салончик поближе. Ой, как красиво смотрится вообще. Я понимаю, что это пластик, но это классно смотрится. Даже если она на ощупь пластик. Супер. Самое главное, что они сделали, наконец-таки, мягкую панель. Это многого значит. Обалденно. Вот тут очень все удобно, все эргономично. Смотрится руль шикарно. Вот реально они копируют BMW. BMW тоже такое наподобие что-то. И руль даже похоже. Красавчики. Правильно берут пример. Правильный вектор. Такая интуитивная система. Очень респансив. Вообще классно, слушайте. Супер. Все сенсорное. Home. Бабах. Все. Navigation есть. Ну, это такая сервишка, она, наверное, под 30-ку тянет. Мэп. О, гарминовская. Видно сразу, что гарминовская. А гармин это самый классный. В принципе, ну, относительно. Ран Макнелли мне еще нравится. Смотрите, задняя камера. Качество задней камеры удовлетворительное. Я не скажу, что high quality. Такое. Вот. Спидометр шикарный. Шикарненько смотрится, все как и должно. В общем, мне нравится. Я первый раз сижу в этой CR-V, ребята. Честно, ни разу не перевозил ее новую эту. Первый раз в ней сижу, и я уже восхищаюсь ее качеством. Вообще классно. Тут реально люди начали обращать внимание на детали. Вот такое, понимаете. Да, это не Mercedes, не BMW, но тем не менее очень близко. За половину цены. Я имею в виду, тут и цена, конечно, большой фактор, большое значение имеет. Не знаю, моторчик, ну, Honda. Моторчик хондовский, вы же знаете. Шикарный, надежная машина. Слушайте, она мягко идет, так хорошо. Сервиха. Сейчас, в общем, задом ее загоню. Все. Мы на втором этаже. Смотрите, тут все тоже сенсорное такое. И можно и так, и можно и жать, понимаете? Так. Круиз. Круто. Крутая сервиха. Серьезно, ребята, я доволен. Вообще, первый раз сел, прям в ух. Для Хонды, ну это уровень. Для Honda это реально уровень. Не знаю. Вот как X3, не хуже. И экранчик на месте, все как положено. Видно, что аудиосистема хорошая здесь стоит.
смотрите, деталь вот это такое все. Это может быть пластик, но оно классно смотрится. Вообще реально круто смотрится. Это дерево приятный цвет. Вау. Понятно, что это там не BMW, не Merc. Но... Я в восторге. Что мне нравится? Смотрите, управление полностью электрические сидухи, перфорированные сидухи. С подогревом, с охлаждением. Наверное. Не знаю точно. Вот, ну. Это бомба. Ручка. Оп. Так. Чтобы не упасть. Все. Подзагнал, вот так она мне стала. Сервишечка. И у нее борзая такая. Смотрится она так, знаете, борзенько. Фары, гриль, бампер очень-очень. I like it. Все, подвязал. Я думаю, что она здесь временно будет, хотя она идет аж в Майами почти. Вот, посмотрим, не знаю пока. Пока не знаю. Потому что Субарбан сейчас будет. А Субарбан длиннющий, как бы я сейчас Кию скину. Субарбан или на низ, но на низу он реально длинный. Может, все-таки его сюда наверх поставлю. Посмотрим. Ладно, поехали. Поехали. Ребята, вот она Kia, вот она родная. Слушайте, сюда траком нельзя, короче, траком нельзя, но мы уже второй раз сюда заезжаем, так что. У Kia сел аккумулятор, короче, надо подзаряжать. Я в хорошем состоянии, в таком более-менее. Кроме стекла пробитого у него вроде ничего нет. Ну так, царапинки мелочные есть. Я это все писал на аукционе. Поэтому проблем должно быть. Видите, камень влетел. Еще у старого хозяина. Сидушка грязная тут такая. Ну такая, она немножко потрепанная. Думаю, может она одна истопленная, знаете, которая... Которая, значит, в этом участвовала в урагане. Хаси, а может и нет. По-моему, сейчас тепло. Три point turn называется этот разворот. Его надо сдавать, когда сдаешь на права. Популярная машина это Kia Soul. Такая достаточно тачка, недорогая, с хорошей гарантией, ну, в Америке, по крайней мере, мне кажется, в Союзе тоже вроде корейцы сейчас пошли в ход. Качество начали делать, ребята вообще молодцы. Kia, Hyundai, да, тачка одноразовая, как бы, но она вот отъедет свою жизнь, мне кажется, еще как. Так, 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 ладно, запаркую ее сзади. В прошлый раз я сзади парковался. Это вот здесь. Kia, 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 Kia. Kia, Kia. Вот они, Kia стоят. Вот это мне нравится еще, Kia Niro. Такая тачка прикольная тоже. Такая легковушка, но вместительная. Эко-хайбрид Ниро.
стоит она всего-навсего 23 650 долларов, 24 800, в общем 25 тысяч новая. Смотрите, какая она внутри хорошая. Пахнет новьем. Ой, красота. Все мягенькое, все хорошее. Такая машинка. Ну, за 25 штук, не знаю, как-то дороговато, конечно. Но, мне кажется, уже они уже не хуже, чем BMW вот это все делают. Симпатично очень. Не, она такая большая внутри. Круто. Так, все, Kia. Сдали Kia. Чем дальше. Вот она красивая дилерская, солы стоят на фронте. Внутри спорткар стоит. Я не заснял его уже, думаю, потом. Ладно. Красивые тачки делают. Дизайнер, кстати, такой же, как у Audi. Я так понимаю. Азиаты поскупали всех дизайнеров, главных немецких. Они теперь им классные тачки клепают. Молодцы. Что сказать. На Audi-ха стоит. Рядом с Cadenza'ой. У Cadenza фары, конечно, мощь. Я такие не видел ни у кого. Смотри, какие фарки. Красивые, да, такие, как у робота. Cadenza. Хондайчики стоят. Велостер, помню, популярный тоже, когда вышел был. А он и сейчас, наверное, популярный, Велостер Турбо. Такая компактная тачка по городу. Подрывать на ней. Солов очень много. Kia Soul, Kia Soul, Kia Soul. А вот этот внедорожник, это кажется Sorento. Если я не ошибаюсь, он тоже крутейший. Дизайн у него такой сделали они. Сейчас я на салон покажу. Смотрите тоже, да? Тоже все мягкое, совершенно прошивочка. Ну, качество, ну, я не знаю, ну, идеально просто. Вот CR-V мне Honda понравилось, но вот это ближе к немцам. Это реально... Кнопочки все вровень, там, ну, как бы, все приятно на ощупь. Хорошая машина. Ну, цена тоже, я думаю, у нее уже подросла. Видит уже дерево, тут как на Лексусах уже. Ну, цена вот этой данной 30 тысяч. 29, 175, плюс там налоги будут. Все такое, но она экономная. 25 миль на галлон, паховее 29. Классно. Это что за модель? Sorento, да, угадал. Мотор GDI стоит, 2.4 у нее, экономно. В общем, нормально. Корейцы, как говорится, это продвигаются вперед. Они же сказали, что они немцев обгонят. Обгонят по качеству. Навряд ли, конечно, я в это не верю, но все может быть. Так, друзья. Сейчас едем уже за Субарбаном. Все машины полностью у нас доставлены в Техас и в другие штаты, которые должны были быть. Теперь только осталось пособирать. Одна уже на Флориду есть, осталось 6. Из них 5 найдены. Всего 5 найдены. И одна, получается, 2 еще нужно найти. Вот так вот. Я думаю, что за пару дней справимся. Загрузкой уже. На выходные, скорее всего, я выдвину. Завтра же пятница. Может быть, в субботу утром я уже двину на Флориду. Если все будет благополучно. Я надеюсь, что меня не подставят. Чтобы не застрять. За сегодня должны обязательно найти остальные тачки. Чтобы можно было это осуществить. И прокатимся с вами на Флориду. Смотрите, как они засрали. Этот Range Rover, он просто меня... подставил на 100 баксов. Мойка стоит 100 баксов. Помыть трак и трейлер. Ну, не 100, скажем так, 80. Реальная цена. Хотя нет, внутри кархоллер и трак. Да, сотка. 95 долларов. Сейчас будем убираться отсюда. Я туда и проезжал, да, ну, раньше. Там стрёмно, оттуда выехать будет тяжеловато. С
Все, выбрались. Вот еще одна жертва. Сейчас тоже будет по району разворачиваться. Здесь очень неудобно. Стройка еще идет. Нужно брать один широко, чтобы завернуть. Поток машин небольшой, я скажу, нормально. Надо тихо, тут бугры, бордюры такие. In a quarter mile, use the left lane to turn left onto East Stasney Lane. Так, сейчас на юг едем, сейчас развернусь. Нам нужно на север. Теперь у нас север на Мостине, Chevrolet Suburban. Вот она, кстати. Такой вот крыса из гитары, видите? Реклама, любят они что-то проделать. Надувные игрушки. Да, забираем Suburban и едем в Даллас.